Последний ремонт орбитального телескопа имени Хаббла в 2009 году привел к тому, что на нем появилась широкоугольная камера. Она позволяет делать детальные снимки из глубин космоса. Новая работа телескопа – галактика NGC-2841. Она находится в 46 миллионах световых лет от Земли и относится к классу спиральных галактик. Правда, она не обладает ярко выраженными рукавами и имеет клочковатую структуру. Таких галактик среди наблюдаемых спиральных – 30%. Их называют флокулентными. Самые молодые звезды светят на снимке голубым цветом. Звезда образования в галактике идет вяло. Уже родившиеся звезды выметают вокруг себя газ и не дают появляться новым. Накапливая снимки галактик, ученые учатся понимать, как живут самые большие существа во Вселенной.